Детям из малообеспеченных семей Шымкента были подарены школьные сумки, учебные принадлежности. Благое мероприятие в рамках акции «Дорога в школу» проводилось в 5 мечетях 3-го мегаполиса. Инициирован этот благой поступок представительством Духовного управления мусульман Казахстана по городу Шымкент. В мероприятии приняли участие главный имам города Багдаулет Абдрахманов, наиб имам Мухаммеджан Нестимыров, представитель городского фонда «Зекет» Айбек Азымбаев, руководитель городского сектора по делам молодежи Али Анаркулович и имамы 4 районных мечетей. Выступив с приветственным словом, главный имам Шымкента поблагодарил спонсоров и пожелал успехов учащимся. В преддверии нового учебного года эта поддержка для многих необходима и своевременна. Поэтому призываем всех, кто может оказать финансовое содействие, внести вклад в благое дело. Любой вид помощи, будь то школьные принадлежности, одежда, техника, канцтовары. Благотворительность всегда была в крови у казахов. Радости детей сегодня нет предела. Родители, в свою очередь, выразили благодарность спонсорам, оказавшим им такую щедрую поддержку. От имени всех родителей выражаю благодарность спонсорам, организаторам. Пусть ваша помощь нам и ваши добрые дела вернутся в тысячекратном размере. Спасибо. В целом по городу в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» тысячи школьникам были вручены сумки и необходимые учебные принадлежности. Эти дети из многодетных и малообеспеченных семей. Ажнарапова, Алмазана Бекула, новости.